Билли Джин пришлось пройти через множество сложных ситуаций в своей жизни, но это не помешало ей иметь большое сердце, полное любви и благородства. Когда ее человек бросил в приюте для животных DeKalb County Animal Services, у питбуля были множественные травмы, шрамы по всему телу, питомниковый кашель и сердечный червь, и она была беременна. Через несколько дней после того, как ее взяли в приют, у Билли Джин родилось 8 прекрасных щенков, которые, к сожалению, родились со слабым здоровьем. Позже Rescue Dogs Rock NYC приняла семью собак, но у питбуля начались проблемы с пневмонией и ее перевод затянулся на пару недель. Когда Билли Джин наконец перевезли со своими щенками, пятеро из них уже умерли, так как им было всего 3 недели от роду, и они не могли получить от матери должного внимания. Трем щенкам дали имена Кейт, Фелпс и Симона. К сожалению, Кейт скончалась, и Билли Джин осталась одна с двумя своими щенками, пока в ее жизни не появился прекрасный двухнедельный бигль, которому срочно нужна была мама, чтобы заботиться о нем, и собака питбуль усыновила этого малыша, как если бы он был одним из их собственных щенков. Маленький бигль стал частью этой семьи питбулей. Трое щенков ведут себя так, как будто они всегда были вместе. Маленький бигль стал для остальных братом, и они стали новой семьей, в которой он так нуждался. В настоящее время щенки очень здоровы, и как только они будут полностью готовы, они будут усыновлены. Прекрасная Билли Джин также надеется найти семью, которая подарит ей всю оставшуюся жизнь любовь, которую она заслуживает. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.